Даже в Америке его называют вундеркиндом. Евгений Нудлер в 36 лет стал профессором биохимии, самым молодым в истории Нью-Йоркского университета. В небоскребе медицинского центра, где размещается его лаборатория, Евгений от других зафлабов отличается не только возрастом, но и своим подходом к научной работе. 12 сотрудников его лаборатории ведут исследования в 4 совершенно не пересекающихся направлениях. В Америке так не бывает. Как бы лаборатория, она довольно необычная в том смысле, что мы работаем сразу в нескольких совершенно даже не смежных областях. Это редко. Обычно, как бы, ну, традиционно, так скажем, лаборатория фокусируется на какой-то одной теме, и большинство, как бы, статей и все усилия направлены на продолжение этой темы. Это обычно в течение всей плодотворной жизни этого ученого. Вот. А у нас как-то получилось так, что мы начали с одной темы, потом мне стало интересно, а почему бы не попробовать что-то еще. И мы стали пробовать что-то еще, и оказалось тоже очень интересное. Но то тоже не надо было, не хотелось бросать, потому что там все... Потом, и так вот, в общем, сейчас у нас, наверное, 4 или 5 больших тем. В каждой этой теме есть много подтем или там более узких направлений. То, о чем Евгений Нудлер говорит с такой легкостью, это исследования, от успеха которых может зависеть здоровье тысяч людей в самых разных уголках планеты. В США по статистике инфаркт – это самый страшный убийца. От него ежегодно умирает каждый 5-й американец. Часто сердце останавливается именно в момент, когда больному пытаются помочь. Вот как это происходит. Пациент жалуется на резкую боль в сердце, порой настолько сильную, что трудно устоять на ногах. Резкую боль в груди вызывает закупорка сосуда. Кровь перестает поступать в отдельную зону сердца. Объединенная кислородом, собственно, она и болит, и эта часть сердца, она не функционирует. И, соответственно, чем больше эта зона, тем больше риск того, что просто сердце остановится. Или оно недостаточно будет эффективно работать. Но неважно. Важно то, что эта зона еще не мертвая. Она, как правило, еще... у нее есть довольно много времени, чтобы она могла бы восстановиться. Но проблема в том, что и хирурги, как правило, как можно быстрее стараются либо пробить этот тромб в коронарной артерии, либо там, с помощью хирургических вмешательств открыть ее. Когда кровь с силой устремляется в поврежденную зону сердца, это приводит к гибели сердечной мышцы. Хотя, казалось бы, должно быть все наоборот, ведь приток кислорода восстанавливается. Лаборатория Евгения Нудлера разработала препарат, который может переломить эту страшную тенденцию. Мы придумали несколько веществ, которые потенциально могли бы это дело исправить. И они работают, что автоматически доказывает, что, во-первых, наша модель правильная, а во-вторых, мы сразу как бы предлагаем людям потенциальные лекарства. Лаборатория Евгения Нудлера сейчас готовит статью на эту тему в один из ведущих научных журналов. И это точно станет сенсацией. Что общего между яичницей и очередным исследованием лаборатории Нудлера? Реакция белка на тепловой шок. Яичный белок, как и белок любой клетки, под воздействием температуры начинает подплавляться и прилипать к клеткам других молекул. В кулинарии этот эффект уже столетиями используется для приготовления различных омлетов, а в лаборатории Нудлера для проведения исследований, чтобы найти препарат, который может позволить излечить раковые заболевания. В организме человека за такое вот подплавление белка отвечают гены теплового шока. Ну, большинство из этих генов кодируют так называемые молекулярные шапироны. Это тоже белки. Шаперон – такое французское слово, если знаете, это обозначает, как правило, это такая престарелая дама, да, приставленная к молодой девушке, чтобы она там не вступала ни в какие нежелательные контакты.
определение. Это очень меткое как бы определение, потому что вот эти белки, шапероны, они не дают другим белкам так называемый, агрегировать. Если отвлечь такую престарелую даму клетку шапирон, то тогда белки в раковых клетках будут более открыты для контакта с другими клетками, например, медикаментов. В лаборатории Нудлера молодые ученые придумали, чем отвлечь шапирона. Мы открыли некие факторы, тоже, которые регулируют вот эти гены теплового шока. Все они как бы помогают их стимулировать одновременно. И, соответственно, зная вот эти новые факторы, они могут быть как мишени, использованы для того, чтобы либо наоборот, либо увеличивать количество этих шапиронов в клетке, либо их уменьшать. Если мы хотим лечить рак, то их лучше уменьшить. И тогда эти раковые клетки станут гораздо более чувствительными к химии, к химиотерапии, к радиотерапии. Американскую систему Евгений Нудлер называет полной научной демократией, когда условия игры одинаковы и для молодого ученого, и для убеленного сединами Нобелевского лауреата. Когда тебя берут здесь на работу, когда тебе дают место профессора, они сами заинтересованы, чтобы ты преуспел. То есть здесь нет вот этого дедовщины так называемой, чего, что, к сожалению, существует в России, чтобы там молодому выбиться в те же, я не знаю, там, в зафлабы или там в академики, надо дождаться, пока просто другой зафлаб умрет. Или там, я не знаю, долго, что называется, его ублажать. Но у любой медали, даже у Нобелевской, всегда две стороны. Евгений Нудлер, как заведующий лабораторией, должен быть не только ученым, но и бизнесменом. Серьезные исследования невозможны без получения грантов. Нет денег, нет и науки. К сожалению, там, допустим, на написание грантов и просто поддержание лаборатории на том финансовом уровне, на котором она должна быть, у меня уходит гораздо больше времени, чем на обдумывание экспериментов. Но даже нобелевские лауреаты, они опять все равно пишут гранты и многим не дают. Поэтому сейчас там 10% примерно это success rate, так называемый. То есть, грубо говоря, из 10 написанных грантов у тебя есть шанс получить один примерно. В общем, это далеко не простая задача. Ты конкурируешь со своими собственными коллегами. Зато такая бизнес-школа пригодилась в России, где Евгений Нудлер недавно открыл лабораторию Giron Lab. Теперь его научная жизнь протекает на двух континентах. Она довольно уникальна, потому что она как бы не принадлежит никаким структурам, ни Академии наук, ни университетам. Частная лаборатория. И мы там, опять же, делаем, в общем, что хотим, но вот у нас вышла статья буквально 2 недели назад в Science. Ну, я не знаю, если вы знаете, это там как бы один из... Мы все время стараемся публиковаться, пусть не так часто, но зато в очень хороших журналах. Всегда мне казалось, что это более дает возможность как бы больше народу могут прочесть твою работу, больше престижные, более обращают внимание на это. Опять же, для тех же грантов очень важно. Работая в разных странах и на разных континентах, молодые русские ученые, как Евгений Нудлер, уже не ставят свою национальную принадлежность на первое место. Может быть, благодаря им и сами научные открытия становятся по-настоящему достоянием всего человечества. По-моему, это потеряло уже какой-либо смысл определения, к какой стране ты принадлежишь, как ученый ты принадлежишь мировому научному сообществу. Вот, потому что у меня много очень людей, с которыми я сотрудничаю, они по всему миру. Ну, поскольку, как бы, опять же, образование я получал в России такое, ну, самое фундаментальное. Потом я очень долго работал здесь. И в основном все, чему я научился чисто, ну так, работая в лаборатории, это все-таки в Америке произошло. Вот, а сейчас, как бы, опять же, у меня есть лаборатории там и там. Очень трудно определить. Евгений Нудлер – гражданин мира и патриот Нью-Йорка. Район, где университет предоставил квартиру молодому ученому, это живой музей мегаполиса – Гринвич-Виллидж. Каждая из здешних улиц знакома Евгению как складки на собственной ладони. Одна кафешка, ты, наверное, знаешь, там есть это, там первая эспрессо-машина вообще в Америке.
Его привезли из Италии, она такая огромная. Первая эспрессо, кофе-эспрессо машина вообще в Америке. Его из Италии привезли на корабле, она вон она огромная такая. А ей пользуются сейчас? Нет, сейчас она так чисто символически, но она выглядит очень круто. Вот это хороший итальянский ресторанчик. Туда вниз надо спускаться, вот это Монте Стратория. Такой довольно. Ну, такой, тоже там его семья держит, такие три старичка, очень смешные. Uh-huh. Видишь, since 1918. То есть он так, как был с 18 года, прошлого века, так и остался. Итальянский ресторан, очень классный. Евгений говорит, что вокруг его дома десятки ресторанов, которые считаются лучшими в городе. Но дело не только в пище для желудка, но и для души. Гринвич-Виллидж уже почти 100 лет как центр нью-йоркского джаза. И Евгений Нудлер знает об этом все. Его любимый районный джаз-клуб – всемирно знаменитый Blue Note. Да, вон он, знаменитый клуб. Там все как бы маэстро там выступали. И сейчас выступают, собственно, все оставшиеся легенды джаза. Они по-прежнему здесь. Мы можем даже посмотреть, кто, например, сегодня вечером будет играть. Сегодня выступает покойный Дизи Гиллеспи, но это его уже самого нет, но это люди, которые с ним играли, они как бы... Да, да. Кто там? Рэнди Брекер, очень известный. Впрочем, качественную музыку здесь можно услышать не только в клубе. Достаточно выйти на площадь Вашингтона. Это центральная часть кампуса Нью-Йоркского университета. Здесь даже никто не удивляется уже особенно, что вот этот музыкант, например, выкатил в середину площади пианино. Для Евгения важно это ощущение большого, живого, может быть, немножко сумасшедшего мегаполиса. В Нью-Йорке ты, даже если у тебя нет времени на все, да, но ты, по крайней мере, можешь осознавать тот факт, что ты можешь получить в этом городе все, что ты хочешь. Если ты, неважно, чем ты увлекаешься, ты это найдешь, да? Если ты увлекаешься вкусной, хорошей едой, к твоим услугам самый лучший ресторан в мире. Если ты увлекаешься классической музыкой, ты можешь идти в Карнеги Холл, ты можешь в Линкольн Центр. И еще куча других мест, где ты можешь послушать ее в любом виде. В камерном или концерты. Здесь выступают российские оркестры чаще, чем в самом России, мне кажется. Если ты любишь спорт, здесь ты можешь найти все. Я люблю пинг-понг, я иду в Чайна-таун, я играю с бывшими там этими мастерами. Поэтому как-то все... Я говорю, несмотря на то, что у меня на это очень мало времени, но само ощущение, что ты в любой момент это можешь получить, оно очень как бы греет. Если ученому нужна муза, то для Евгения это Нью-Йорк. Энергия города питает его, как одна гигантская батарейка с бесконечным ресурсом. Если Ньютона подтолкнуло на главное открытие в жизни простое яблоко, то большое яблоко вдохновляет Евгения Нудлера на грандиозные научные разработки, способные улучшить жизнь людей, независимо от того, в каком мегаполисе или деревне они живут.